Дорогие друзья, здравствуйте! Мы вновь рады всех вас приветствовать на исследовании уроков субботней школы с Заокским университетом Церкви Адвентистов Седьмого дня. Нашему вниманию сегодня предлагается урок 9, озаглавленный следующим образом: «Развивая глубокие отношения». «Развивая глубокие отношения». С нами в студии преподаватели и сотрудники Заокского адвентистского университета. И первый вопрос у меня к вам звучит так. Если мы говорим об отношениях, которые мы призваны развивать, что это означает или что это говорит нам о природе человека? Какова наша с вами природа? Когда мы говорим об отношениях, да, то это понятие из категории психологии, которая изучает поведение человека. Так, так. Человек – существо социальное и нуждается в общении. Совершенно верно. По природе человек – социальное существо. Он был сотворен Богом таким. Совершенно верно. Да, если вы помните, первая глава книги «Бытие» «И сотворил Бог человека», и дальше расшифровывается «мужчину и женщину сотворил их». И вот эта разная гендерность, да, в человеке уже свидетельствует об отношениях. Человек был сотворен для отношений, отношений, в основе которых любовь. Итак, когда мы говорим об отношениях, мы обязательно подчеркиваем двухвекторный характер этих отношений. Есть наши отношения по вертикали. Это отношение с кем? С Богом, с Богом, с Творцом. Это отношение с Богом, нашим Творцом. Есть отношения по горизонтали. Это наши отношения друг с другом, нашими ближними, да? С домашними, с семьей. Ну и с любым человеком, с которым мы соприкасаемся в этой жизни. Что должно быть положено, вернее, что положено Богом при сотворении человека в основу этих отношений? Как вы думаете? Ну, наверное, нужно сказать, что Бог сотворил человека со способностью проявлять внимание или ухаживать об этом мире, да, за этим миром. И вот это отношения, которые, скажем, в которых есть потребность у человека, это отношения взаимного участия. Так, так. А еще конкретнее, одним словом, что положено в основу наших отношений? Это любовь. Совершенно верно. Вот Бог подчинил существование человеку, определенному закону, определенным заповедям, в которых как раз-таки и выражен основополагающий принцип отношений. Отношений к Богу и отношений к человеку. И вы хорошо знаете эти заповеди. Ну и на самом деле Иисус, когда был, он сказал об этих, да, мы знаем 10 заповедей, но они все в двух выражаются. Это любовь к Богу и любовь к человеку, да. Совершенно верно. Ошибочно считать, будто бы это новозаветные заповеди. Нет. Будто они даны только Иисусом Христом в противовес тем еврейским, да, или Моисеевым 10 заповедям, которые были даны на Синае. Заповедь «Возлюби Бога всем сердцем, душою, крепостью, разумением». Первая скрижаль, 4 заповеди. Это, да, откуда заповедь? Из Ветхого Завета. Конечно. Второзаконие, 6 глава. Да. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем душою, крепостью, разумением. Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Это откуда заповедь? Тоже из Ветхого. Тоже из Ветхого Завета, да, и из книги Левит. Хорошо. Итак, существование человека подчинено вот этим двум аспектам, двум измерениям любви. Любовь к Богу, любовь к ближнему. И здесь очень важно обратить внимание на то, что наши отношения с ближними определяются нашими отношениями с Богом. Каковы наши отношения с Богом? Таковы будут и отношения с ближними. Таковыми будут и наши отношения с ближними. И отношения с Богом первичны по отношению, простите за каламбур, с отношениями с нашими ближними. Вы согласны именно вот с такой логикой? Или все-таки
Да, я конечно же, Священное Писание говорит о том, что Бог есть любовь. Так, так. Эту любовь Бог проявляет к человеку. Более того, Иисус Христос отдал себя в жертву за грешного человека, проявив божественную любовь. Поэтому мы, люди, отвечая на божественную любовь, проявляем эту любовь к Богу, и, соответственно, когда в нас божественная любовь, таким же образом мы будем относиться и к ближнему. Спасибо. У нас есть памятный стих. Я думаю, он как раз отвечает на этот вопрос. Смотрите, только чтите свято в сердце своем Христа, Господа нашего, и всегда будьте готовы ответить всякому, кто спросит вас, в чем суть вашей надежды. На первом месте мы видим взаимоотношения с Богом, вот эта любовь. И, соответственно, когда у нас есть с Ним отношения, мы готовы будем показать эту надежду другим людям. Да, действительно, в этом тексте представлены вот эти два измерения наших отношений. Наше отношение к Богу, которое выражено в словах, да, «Господа Бога светите в сердцах ваших» в синодальном варианте или в современном переводе «чтите свято». Как вы понимаете, вот это выражение «чтите свято Господа Бога», «чтите». Свято, это что значит? Но мы же знаем, что такое святой, это отделенный. Ага, то есть это невозможно Бога поставить в один ряд с кем-то другим. Мы отделяем свои отношения с Богом как особенные. Угу. И чтить, почитать, это значит, мы должны особенным образом на первое место в своей жизни поставить Бога. Да, мы должны отделить особое его, место Богу своей в нашей жизни. Я хотел бы еще такой момент, пожалуйста. Может быть, немножко противоречивый представить, что это логично так и правильно мыслить, что наши отношения с Богом влияют на отношения горизонтальные друг с другом. Но в Священном Писании, в данном случае в жизни апостольской церкви, мы видим, что иногда и у учеников, и у апостолов были проблемы вот с этим горизонтальным измерением. Вроде бы Бога они любили, Христа чтили, но были какие-то препятствия, которые мешали им принимать тех, кто не такие, как они. То есть и вот возникала определенная проблема в построении вот этих горизонтальных отношений. Я думаю, не зря наш урок так и называется «Развивая глубокие отношения». Да, вы правы, действительно. И Иоанн, апостол Иоанн тоже обращает внимание на то, что если у нас нет нормальных, здоровых отношений любви с нашими ближними, как я могу утверждать, что я люблю Бога? То есть эти вещи, наверное, невозможно отрывать друг от друга. Да, любовь к Богу и любовь к ближнему. Вот. Это, по сути дела, выражение всей нашей сущности. Если я люблю Бога, я, естественно, буду любить ближнего. Если я проявляю подлинную любовь к моему ближнему, это означает, что я люблю Бога. Потому что такая настоящая, нелицеприятная, да, любовь к ближнему – это следствие того, что Бог меня любит. И я ощутил Его любовь в своей жизни. Но здесь, наверное, тоже можно такую постановку проблемы, скажем, осветить, что «а кто мой ближний?» То есть ближний – это вот Всеволод Васильевич ближний. Мы говорим на одном языке, мы одинаково одеваемся, мы хорошо друг друга понимаем. И вот с такого рода людьми мне легко строить отношения. Обычно на это говорят, Кемель Кемельевич, читайте материальную часть, Библию. В Библии Иисус в случае с человеком, который... Вы помните эту знаменитую притчу, да? Он очень четко показал, кто является моим ближним. Но мы попытаемся ответить на ваш вопрос чуть позже, потому что у нас будет специальный раздел в рамках данного урока, посвященный тому, кого мы все-таки должны принимать, кого мы должны считать своим ближним. Хорошо. Итак, очень важно подчеркнуть вот эту мысль, что, развивая глубокие отношения, мы призваны на что-то ориентироваться, вернее, на кого-то ориентироваться. Вот, мы должны кому-то подражать. Как вы думаете, кто является для нас примером, неким образцом, эталоном в выстраивании правильных, искренних, глубоких отношений? Да тут и такой вопрос, на самом деле, легкий, Евгений Владимирович. Но кто может быть для человека, который следует за Христом, быть этому? Конечно, наш Господь Иисус Христос.
Почему? Что почему? Почему именно он является нашим образцом в выстраивании нормальных, здоровых, наверное, почему? Вот, наверное, как раз-таки это описание жизни Христа, его отношения с людьми, и показывает, что то, как он относился, то, как он строил отношения, это выходило за рамки привычных норм. Была ли его жизнь подчинена тоже вот этим двум измерениям? Абсолютно. Отношений? Абсолютно. Не все думали с отцом, так. Что было положено в основу его отношений с отцом? Некоторые считали, что потому, что у него нет, наверное, достаточной святости или отношений с Богом, поэтому он так и относится запросто и легко к ближним, к тем, кто может быть немножечко не такой и, скажем, недостойный. Так что положено в основу отношений между отцом и сыном? Я задаю, может быть, детские его вопросы. Его молитвенная жизнь. Любовь. Его молитвенная жизнь. Любовь к отцу, конечно. Да, отец любит сына. Помните, есть сын мой. Возлюбленный. Возлюбленный, да. Сын любит отца. И потому он исполняет его волю. Он послушен ему до конца. Что положено в основу отношений Иисуса Христа к нам, ибо людям. Так возлюбил Бог мир. Да, то же самое. Любовь. Конечно. Любовь лежит в основе отношений Иисуса Христа к Небесному Отцу и в основе отношений Его к нам, грешникам, хотя мы недостойны такого отношения, мы недостойны любви, но Он, тем не менее, любит. Как вы правильно сказали, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего. Или другое, ибо Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Да, хорошо. Иисус Христос во всем нам пример, как вы сказали, и в проявлении любви, и в том же, что Иисус Христос, выполняя свою миссию, всегда обращал взор людей на Отца. Да. Мы, в свою очередь, выполняя миссию Иисуса, должны привлекать людей на Иисуса Христа. Хорошо. Тем самым выполнять ту миссию, которую Он нам доверил. Да, любовь – очень возвышенное слово. И иногда настолько возвышенное, что оно становится недосягаемым и непонятным. Если спросить вот так вот в лоб человека, дайте определение любви, не каждый ответит. Вот. Но любовь легче и проще понять тогда, когда она себя проявляет, когда она проявляет себя в действии, проявляет себя в каких-то конкретных ситуациях. Вы знаете, да. Евгений Владимирович, я как-то вот задал студентам вопрос. Вы можете придумать такой синоним слова «любовь», только чтобы это был глагол? Вот что такое любовь? Потому что на самом деле жизнь-то наша, жизнь любого человека на этой земле, она идет между двумя борьбами, между любовью и похотью. Вот что такое любовь, что такое похоть? И очень затруднительно было. На самом деле, и только после того, как я им подсказал, Бог что сделал? Отдал. То есть любовь, она всегда отдает, а похоть она всегда берет. Да, и вот любовь – это всегда отдавать. Да, жертвовать. Жертвовать. Совершенно верно. Ну, давайте посмотрим на некоторые библейские истории, в которых Иисус Христос проявляет свою любовь. В чем конкретно проявляется эта любовь Божия по отношению к грешнику? Давайте вспомним историю с женщиной-самарянкой, которая записана в Евангелии от Иоанна в 4 главе. Кстати, мы говорим вот на эту тему, развивая глубокие отношения в контексте более широкой темы. Миссии, проповедования. Да, совершенно верно. Как озаглавлено наше пособие на этот квартал, пособие уроков субботней школы? О чем вообще все эти уроки? Совершая миссию. Да, совершая миссию. Да. О миссии нашей здесь на земле. И наша миссия заключается в чем? Проповедовать. В том, чтобы свидетельствовать. Свидетельствовать. Как свидетельствовать? И вот здесь мы как раз-таки обращаемся к примеру Господа Иисуса Христа. Как Он проповедовал, как Он свидетельствовал. Евангелие от Иоанна, глава 4. Прочитайте с 27 по 30 тексты. «В это время вернулись как раз ученики Его. Удивились они, увидев, что разговаривает Иисус с женщиной. Но никто не решился спросить, почему Он заговорил с ней и о чем. Женщина та оставила свой кувшин и ушла в город, и стала она там говорить людям: «Пойдите, посмотрите на человека, который рассказал мне про все, что я делала прежде. Уж не Христос ли он?» Люди вышли из города и направились к нему». А почему ученики удивились, что их учитель разговаривает с женщиной?
Ну, мы несколько уроков назад говорили о проблеме взаимоотношений иудеев и самарян. То есть эта проблема, можно сказать, имела этнический характер. Да. То есть, конечно, может быть, были какие-то религиозные предпосылки вот такого негативного отношения. Религиозные, политические, но и со временем это уже вылилось в политические, этнические, может быть, социальные сложности. И вот здесь вот этот пример самарянка очень хорошо показывает, какие барьеры встречает, скажем, Евангелие на пути вот к тому, чтобы оно было принято человеком. Угу. Вот здесь ученики показаны как те, кто не были готовы строить эти отношения, не были готовы принять того, кто им, может быть, казался неприятным или, скажем так, недостойным отношений. Совершенно верно, да, да. Конечно же, поведение Иисуса Христа вот в данном случае оно ученикам было непонятно. Выходит за рамки общепринятых норм. Да, оно выходит за рамки того, к чему они привыкли, чему они были научены. Угу. Вражда между иудеями и самарянами, она длилась уже веками, столетиями. Она уже была просто вот глубоко в сознании, она передавалась с молоком матери каждому новому поколению. Вот. И, конечно же, ученики, мягко говоря, удивились, но, по сути дела, они пережили шок. Вот, они пережили шок. Но последствия вот этого диалога Иисуса Христа с женщиной-самарянкой свидетельствуют сами за себя. Каковы отдаленные последствия диалога Иисуса Христа с женщиной-самарянкой? Чем, в конце концов, это обернулось для жителей Самарии? Да, в последующих текстах мы читаем, что многие приняли весть, многие уверовали, они даже просили Иисуса побыть у них. И евангельское повествование говорит нам о том, что целых два дня по их просьбе Иисус Христос пробыл там. Да, да, спасибо. Но я сейчас об отдаленных последствиях. Да, а на самом деле, потом, когда мы уже читаем книгу «Деяния апостолов», мы видим прочтите, с вами удивительную из историю. Главы, да. Из 8 главы, с 4 по 6, да, 7 вот тексты. Потрясающе просто. «Тем временем рассеявшиеся ходили повсюду и проповедовали благую весть. Филипп, придя в один из городов Самарии, начал проповедовать там Христа. Толпы людей с особым вниманием относились к тому, что говорил Филипп, потому что слышали о знамениях, совершаемых ими, и сами видели их». Да, да, и дальше. «Нечистые духи выходили с громким воплем из одержимых. Многие парализованные хромые были исцелены, и в городе том была великая радость». В самарийском городе, в Самарии, Христос подготовил почву для своих учеников – для принятия благой вести, да. Удивительная история. Можно сказать, что еще долгое время ученики не были готовы выйти за пределы своего мышления и принять, вот, скажем, мысль о том, что и самаряне могут быть причастниками Царствия Божьего. Конечно. А дальше мы можем увидеть, как Христос, ну или Дух Святой ведет учеников к тому, что даже язычники становятся объектом внимания. Вот интересно то, что степень этой непримиримости между иудеями и самарянами была такой, что Иисусу Христу потребовалось обратить особое внимание на Самарию в своих известных словах из первой главы «Деяния апостолов», да? «И вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете свидетелями в Иерусалиме, в Самарии и даже до края земли». Он Самарию выделяет. Почему? Да потому что надо ломать себя, нужно преодолевать все эти предрассудки, нужно менять свое отношение к своим ближайшим соседям, к самарянам, которые, в общем-то, очень близки иудеям, даже по крови. Ну да, они смешались с языческими народами, но все равно территория Самарии во дни Иисуса Христа – это была территория, которая когда-то принадлежала коленам
израильским. Так в этом-то и проблема, что у них отняли то, что принадлежало им, и вот этот конфликт, наверное, он и так сидел в сознании, в мировоззрении и учеников. И трудно было отделить себя вот от этого, скажем, культурного багажа ученикам. Я думаю, здесь еще один очень хороший урок для всех нас. Есть в свете вот всего этого квартала, о котором мы говорим, о проповеди Евангелия, по сути дела, он посылает их заниматься этим прозелитизмом, да, то есть приводить людей из другой веры. У них был свой храм. Из другой культуры. Из другой, и веры в том числе. Да, у них был свой храм, построенный на горе Горизм. И вот, а сегодня очень часто так мы как бы говорим, ну, уже как бы все определились, как-то вот это некультурно идти там обращать других людей. Они вроде бы уже поверили. Но Иисус дает четко, и вот первая глава Деяний апостола говорит, да, нам нужно идти, и нам нужно доносить истину независимо. Мы уверены в том, что мы Божья истинная церковь, мы народ вызванный, Богом особое движение. Нам нужно донести эту весть до всех людей, несмотря ни на что. Да, и давайте посмотрим еще на несколько примеров служения, спасительного служения Иисуса Христа. Его опыт проповедования, его опыт свидетельства, который рушит привычные представления учеников, его учеников. Да, Евангелие от Матфея, глава 15. Давайте откроем. История с хананеянкой? Да, история с женщиной-хананеянкой. 15 глава Евангелия от Матфея. С 21 по 28 тексты. Прочтите, пожалуйста. «После того Иисус направился в земли Сидона и Тира. Там женщина-хананеянка вышла к нему навстречу и громко взмолилась. Господи, сын Давидов, жалься надо мной. Дочь моя страшно мучается, она одержима бесом». Он ни слова не сказал ей в ответ. Ученики, подойдя к нему, стали его просить: «Отпусти ее, она за нами идет и не перестает кричать». Он возразил: «Я послан только к заблудшим овцам народа Израилева». Но женщина та, приблизившись, пала ниц перед ним и говорила: «Господи, помоги мне». Он же промолвил: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить собакам». «Да, Господи», — сказала она, — «но и собаки едят крошки, падающие со стола их хозяев». Тогда Иисус сказал ей: «О, женщина, велика вера твоя, ты хочешь этого, пусть так и будет». И в этот миг дочь ее исцелилась. Спасибо. Потрясающая история. Да. Здесь мы имеем дело уже не с женщиной-самарянкой, да, мы имеем дело с женщиной-хананеянкой, то есть, по сути дела, язычницей. Она территория Тира, Сидона, это территория Финикии древней, это языческая территория. Жители этого региона поклонялись языческим богам. Ключевой бог – это Ваал, да, бог плодородия. Угу. И вот эта женщина, язычница, обращается к Иисусу Христу со своей болью. У нее дочь тяжело больна, она бесноватая. То есть это грубая форма психического расстройства, доходящая до состояния буйства. Вот матери смотреть на то, что происходит с ее дочерью каждый день, невозможно описать эти муки, да, ее сердечные муки. И в Иисусе Христе она видит своего Спасителя. И она обращается к Нему с этой просьбой. Как ведут себя ученики? Ну, он вот просит, отпустите, они... прочь. Давай, скажи, чтобы она отстала уже. Они на самом деле так реагируют негативно. Так. Надоела она ей. Да, вот это интересное просьбе. Слово. Отпусти ее, отпусти или отошли ее, да? Прогони. Прогони. Отправь прочь, да. Да. То есть, кажется, надоела вот как она. Раз в таком контексте ученики и говорили. То есть, эта женщина, она недостойна. Она недостойна Божьих благословений, потому что она представительница языческого народа, а Божье благословение только для народа избранного. А таков менталитет, в том числе и учеников Иисуса Христа. И вот обратите внимание на отношение Иисуса Христа к этой женщине.
как он к ней относится, как он ведет себя. Не кажется ли вам странными слова его «Я послан только к заблудшим овцам дома Израилева»? Пожалуй, слова Иисуса Христа были ответом ученикам, которые так относились к женщине. Другими словами, он хотел им сказать, вы хотите, чтобы я так с ней поступил? Угу. А так разве нормально поступать? Угу. И когда он увидел настойчивость женщины, на самом деле он ответил на ее просьбу и исцелил дочь. По сути дела, он пытался показать ученикам, что даже у язычницы есть вера в Бога. Угу. А мне кажется, что вот эти слова были сказаны Иисусом Христом с такой интонацией, ну, текст не может передать интонацию. Да. Иронично. Да, они были сказаны с такой интонацией, что он, с одной стороны, обличил учеников своих. Ну, как вы можете так думать? Неужели эта несчастная женщина не нуждается в спасении? Вот в ее дочь не нуждается в исцелении. Чем она хуже наших матерей, наших дочерей? Вот. А с другой стороны, своей интонацией он дал понять вот этой несчастной женщине, давай, что да, давай, у тебя есть все шансы. Есть, да, шанс, да. Есть. И она это почувствовала, посему и продолжает просить. Но я бы хотел сказать, что на самом деле ученики не изменились в этот момент. Mm-hmm. То есть Христос, да, обнажил вот этот внутренний стереотип, да, мировоззренческий, mm-hmm. но тем не менее, ученики не изменились. Но этот пример остался парадигмой для проповеди в будущем, потому что, выйдя за пределы Иерусалима и даже Самарии, ученики часто стояли перед дилеммой, как быть, как относиться к язычникам, как mm-hmm. строить эти отношения, mm-hmm. отношения, которые они не знали, как строить, совершенно и не умели верно. Строить. Совершенно верно, да. Но на самом деле апостол Павел как бы дает ответ на то, чему пытался Иисус научить своих учеников. В послании к римлянам он говорит, посему принимайте друг друга, как и Христос принял во славу Божию. Mm-hmm. То есть вот это как раз пример тот, который и в случае самарянкой, и в случае хананьянкой Иисус пытался научить своих учеников. И здесь автор пособия mm-hmm. очень правильно сформулировал эту часть исправления отношений. Mm-hmm. То есть Иисус Христос прикладывал усилия к тому, чтобы исправить те неправильные отношения, которые бытовали mm-hmm. среди его современников. Да. И он показывал пример и учил, как должно относиться друг к другу. Может показаться немножко грубоватым вот этот оборот, да, эти слова в устах Иисуса Христа, что нехорошо взять хлеб у детей псам, и бросить псам. Но оригинальный текст говорит о том, что здесь речь не идет о унижении, да, о каких-то, значит, бродячих, да, собаках. Речь идет о домашних собачках, о любимых собачках, вот о тех, кого мы называем домашние питомцы. Понимаете, да. Действительно, мы отдаем иногда хорошие кусочки, отдаем вот тем, кого мы любим, кого мы приручили. Да, и эта женщина понимает смысл слов Иисуса Христа и со свойственной восточным женщинам остроумием говорит, да, учитель, но и вот эти собачки едят, да, от стола. Крохи, которые падают им, да, перепадают им от стола своих хозяев. Да. Она готова, то есть, на крохи, да. Видите, какие отношения между Иисусом Христом и этой несчастной женщиной? Вот между ними, вот это уже связь. Они понимают друг друга буквально с полуслова. Женщина уже давно убедилась в том, что ей не отказано. Ей не отказано. Вот. И заканчивается эта история великим чудом. И Иисус Христос произносит слова, которые, опять же, звучат как обличение в адрес его учеников. Он и не только, да. Не только учеников. Ну и всех тех, кто относится предвзято. Да. Но надо людям, сказать, что эта проблема сегодня не изжита, хотя мы смотрим с каким-то удивлением, да, на реакцию учеников, на слова Христа, но можем сказать, что в сегодняшнем мире вот эти отношения межэтнические, да, и даже социальные, межсоциальные, они в напряжении. Нам тяжело принимать тех, кто не таков,
кто отличается. Вы правы, мы живем в мире, в котором разрушены отношения практически на всех уровнях. Да, и этнические, и межкультурные отношения, и семейные отношения, да, и производственные отношения. На всех уровнях мы встречаемся с несправедливостью какой-то социальной, да. Мы встречаемся с насилием, с жестокостью, с завистью, с ненавистью, с откровенной враждой. То есть нормальных отношений, к сожалению, очень и очень мало. И первое правило, наверное, евангелизма, евангельского служения, первое правило свидетельства, оно гласит так. Прежде чем свидетельствовать, нужно выстроить отношения. Правильно. Восстановить отношения. Я думаю, мы все прекрасно помним этот метод Христа. Он относился к людям с добротой. Он желал всегда людям добра. Вот это первое, что мы должны помнить, пытаясь донести весть Евангелия, невозможно ее донести, если у нас нет добрых отношений с людьми. Я бы добавил еще один момент. С добротой и видя достоинство человека, то есть воспринимая человека как достойного таких отношений, отношений заботы, отношений любви. Потому что вот это, наверное, такой самый первый барьер, что, может быть, мы не проявляем вот такой остроты чувства, потому что считаем, что этот человек, или это этническая группа, или это социальная группа, недостойна она, да? Да, да, да. Я хочу обратить ваше внимание на слова Вестницы Божией из 9-го тома свидетельств для церкви, страница 189. Вот что она пишет. «Если бы мы смирили себя перед Богом, были добры, учтивы, нежны и проявляли сочувствие друг к другу, тогда там, где сегодня обращается и принимает истину один человек, обращались бы сотни». Вот свидетельство, евангелизм начинается с выстраивания добрых отношений. Мы должны подружиться с человеком, которому мы хотим засвидетельствовать. Если таких отношений нет, если отношения разрушены, свидетельство будет совершенно безэффективным. Я думаю, вот во времена Елены Уайт, наверное, одной из больших проблем было это отношение к людям другого цвета кожи в американском обществе. Да, принять их как достойных, принять их как равных и относиться к ним так, как я отношусь к моему соотечественнику. Вот. И, наверное, сегодня во многих частях мира, и, может быть, даже в нашей стране, мы сталкиваемся с какими-то стереотипами. Да, да, проявления расизма, вот этой дискриминации, они остаются до сих пор. Практически в любой культуре, в любой стране можно с этим встретиться. И какое преимущество, что у нас есть Священное Писание, и этот урок, который выравнивает наши отношения. Да, и учит развивать эти отношения. Совершенно верно. Ну что ж, давайте рассмотрим еще один пример, наверное, уже последний, потому что время летит очень быстро. Евангелие от Марка, глава 14. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Марка, 14 главу, 6 по 9 тексты. «Оставьте ее, – сказал Иисус, – зачем вы ее огорчаете? Доброе дело она сделала для меня. Нищие всегда будут с вами, и вы можете делать им добро, когда захотите, а я не всегда буду с вами. Что она могла, то и сделала. Заранее умастила тело мое для погребения. Поверьте мне, во всем мире, где бы ни возвещалась благая весть, будет сказано о том, что она сделала в добрую память о ней». Спасибо. Вкратце напомните вот нам начало этой истории. Ну, это история, когда приходит женщина, которая когда-то была взята в прелюбодеянии, Мария Магдалина, и она в доме достаточно такого известного фарисея, Симона, она разбивает сосуд с благовониями, начинает слезами умывать ноги Иисуса, вытирать своими волосами. И, конечно, все были возмущены. Они стали говорить, что он позволяет, это блудница, разве он не знает, что это за женщина? Но вот заканчивается оно так потрясающими такими словами Христа. Да, как вы думаете, а Христос знал о том, кто эта женщина? Конечно. Конечно же, Иисус Христос знал. Да, все знали. Но он знал более того, он видел сердце, намерение женщины, он видел ее прошлую жизнь, он также знал, что она прощена, что она обратилась и что она ведет новый образ жизни.
Вот почему он позволил ей это сделать, и тем самым он хотел всем показать, что человек может в прошлом быть плохим, но благодать Божья может его изменить, преобразить, и он может стать совершенно другим. А что подумал хозяин дома, когда увидел эту сцену? Не тот он человек, за которого мы его считаем. Да, если бы он был действительно учитель, да, Израиля. Он бы знал, кто это. Он бы знал, кто, какая женщина. Он не только знал о ней все, он и о нем знал все на самом деле. Совершенно верно, да. Конечно, в тогдашнем обществе на эту женщину смотрели как на маргинальный элемент. Она была изгоем, ее никто не воспринимал. Серьезно, все ее считали падшей. И, естественно, лишённой всех Божьих благословений. Вот. Но Иисус Христос увидел в ней душу живую. Вот в тот момент, когда она оказалась под градом камней. Да, камни, правда, не успели полететь в нее. Почему? Да потому что Иисус Христос проявил в той ситуации свою спасительную мудрость. Он обличил тех людей, которые не меньше грешили, чем эта несчастная женщина. Ну, вот она попалась, и они привели ее на суд. Он ее, по сути дела, тогда спас от неминуемой гибели. И она по достоинству оценила это спасение. Именно любовь Божия изменила ее. Только любовь, вот такая спасительная любовь может изменить грешное человеческое сердце. Никакие суды, никакие нотации – ничто не способно изменить человека, как только вот такая прощающая любовь. Вы знаете, я вспоминаю историю, быстро расскажу. 94-й год, я захожу на вокзал, зима, мороз, минус 30. Иван Селивестрович был тогда у меня такой член церкви. И я прошел и слышу голос. Он поворачивается, он около батареи, где бомжи лежат. И он толкает одного бомжа и говорит: «Коля, Коля, вставай, это я, Ваня. Иисус тебя любит, он меня любит, изменил, и тебя изменит». И уже через некоторое время этот Коля сидит в церкви, умытый, побритый, преображенный любовью Божией, которую к нему проявил вот этот вестник, знающий Христа. Да, дорогие друзья, спасибо вам за активное участие в обсуждении данной темы, очень важной темы, развивая глубокие отношения. Действительно, Господь желает, чтобы мы сегодня, свидетельствуя о Нем людям, погибающим во грехе, проявляли те же отношения, отношения любви, взаимопонимания, уважения, которые проявлял сам Господь Иисус Христос, когда совершал свое спасительное служение здесь на земле. Пусть Господь поможет вам развивать именно такие отношения, чтобы они стали для кого-то спасительными. Всего вам самого доброго. Надеемся на встречи с вами в наших последующих уроках. Аминь.